Всем привет, дорогие друзья, с вами город Алиэкспресс. Сразу хочу извиниться за шум. Хотел дождаться, пока это все во дворе закончится, но я так понял, что оно не закончится, потому что второй день эта тягомотина идет. У нас тут ставят новую детскую площадку. И, короче, что-то пеньки пилят старые. И, собственно, шум за окном, наверное, на неделю. Так, вот такая вот. Ух ты! А это еще в подарок. Скорее всего, носки. Офигеть! Прикиньте, положили не какую-то финтифлюшку, как они там из красной ниточки делают, а, блин, реальный подгон. Такие кошерные носки. Ну, это круто. Короче, заказывал я у этого продавца две футболки. Мне очень понравились принты. Давайте распакуем. О, такая мягенькая. Та. Красота. Мягенькая. И размеры там есть большие, как раз на мужчин. Ну, принты даже не знаю. Такие как прорезиненные. То есть, я уже привык к тому, что картинка, как бы красящаяся внутри, ну, вы поняли, ткани. Ну, вот, в общем, блин, такой дракон классный. Это я заказывал в синем тоне. А в черном тоне, ну, блин, прикольно. В общем, ссылочка, как всегда, в описании. Там перейдете, посмотрите. Потому что тут у меня места капец как мало. Фэшн. Как всегда, фэшн. Куда ни плюнь, фэшн. А тут вот такая вот техно-горилла. Ну, мне понравилась тоже. Прикольная такая горилла. Поэтому и заказал. Качество швов хорошее, ровненькое. Ну, цена, я вам скажу, не $4 и не $5. Поэтому, ну, надеюсь, что будет классно носиться. И вообще, блин, мне нравится. Прикольно. В общем, вот такие вот футболки. Еще и носки в подарок. Да, вообще шикарно. Только хотел покупать себе, думаю, еще одну пару на лето, чтобы было. А тут как раз есть. В общем, вот такие вот дела, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Ссылочка в описании.